шьют и ресурсы, чрезвычайно большие ресурсы полезные доставки. Это пока что можешь шодем би. Ergli to shodem bi. Kasper. Ergli to shodem. Kas. Agnis. Lelin machine, Lido sor militaro bazu. Lelin machine, Lido sor lin militaro bazu. Nu būs kāds militāri liekas. Me jumping. I know where my jump. Why you please coming to for me? Which? Oh, oh, oh. Thank you. My friends. You're beautiful. I am a beautiful. You're the beautiful. I. Okay, I see your. Not noobs. Dancing David. And the story in the leader. Jā, viens izskatās laižas pie mums. No, ir laižas. Jā, tu laižas. Es ran uz māju. Гранаты. Гранаты мать венеги сир. Как с папир? А, так ты. Я вен! Ты обриди, фа! Ой, не душу! Ir mana puse. Ok, atļauj man šaudīties un saprast, kur ir pretinieks. Tā, lūci! Tev novalēja vienu. Viņam ir kaut sauciņš. Skatās, ka nē. Es kā es ar 5 ļudkam, tas ir vismaz labi. Palādē. Labi, pilns ar vienu īsti. Fuck this! Es negribu mirt. Te tik daudz čuvaku, kādi 30 čuvaku nelaikās. Kādam ir zeltiņš? Fuck this! Kur ir skaups? Esmu mirvanis. Tā puse. Sajībīs. Tāpēc pat man otro skaupu vai pirmais. Vai kaut head tad. Nevar tev helpot. Mēs zinu, ka es tās. Bļa, man mazais! Pišķis! Let's go! O, bļa. Es neredzu. Enemies ahead! Sēdzu, kur viens ir. Svolač! Ok, viens hits B. Labi, lienam pāri logam. Tur vēl ir doma. Es tagad lūtos pēc kārtas. Mēs tev vēl sēžam.
Ну, слегка, сака, конец. Стать из них побок шарганс. Пец патронс. Фак. Я вининакста. Мессом мирой. Та шагнец. Понимаю, в смысле, Людкас. Окей, Радинс. После глобального конфликта Индия предпочтет нейтралитет. А после того, как война славит США, Китай, Россию, станет ведущей военной державой на планете. Фак, дай Дилстробен. Сегодня никто не ждет претензий на мировой объект. Фак, Дилстробен. На Вену, на Федоровне Трофич. Она ассоциирует с нас со смешными трюками из Индии. Ну, видно, ну? Шотган зовут. Вот у нас это был шотган матч. Стрешай ветой тыкни. Таз будет так. Фак. Паладинс. Паладина. Kas tas bija? Es dzirdēju kaut ko. Faktijai. Arī. Skatīts, ka šādieniem braukt. Но издание Сергея Лаврова. В это трудно поверить, но авторы уважаемого издания посчитали главной новостью переговоров то, что русский фотограф мог пронести в Белый дом шпионское оборудование. Талакси, это шпион. Не шутка. Ты конечно, можно иронизировать над фантазией американских партнеров, но специалисты считают такую истерику такая Людкас. Похоже, что американская элита готова на все. Open the door. Собственного президента. Включая самые рискованные провокации. Конфликт в Сирии. Возможность войны на Корейском полуострове. Расширение НАТО на восток. Мир сегодня находится в состоянии войны. И как это ни выглядит странно, в наибольшем выигрыше от этого конфликта может оказаться именно Индия, которая входит в пятерку сильнейших. Давай. На четвертом месте за секретных списков было живое оружие. Давай, драйв. Но они есть. То, что вы сейчас увидите, возможно, всегда изменит ваши приключения. Могут ли фантомные души попадать в объектив? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что такое смерть. Крас. На видео, как именно душа выходит из тела. Ко? Письмо с Вектору, пани. Так уж жига там смерть, а? Оу! Представляла, какую панику вызовет фото среди знакомых.
Ja tu zināt, cik man traģisks lūds. Automāts ir šajā spēlē iekļauts. Kā ierocis. Vai nav iekļauts? Izskatās, ka nav iekļauts šajā spēlē nekādi automāti un tā līgi. Tikai ieskaitīti vektori un mazie pišķiki, ar kuriem trapīt headshots. Nezinu, cik reāli kempot tilt. Small grenade. Šis lūds ir traģiskākais pasaules. Es ceru, ka nebūs nevien tie trī stāvinā. Kur tā pietur? Sunt jau pietur ar rockus dažreiz metrus. Katru jūs tāpīju. Granāti, lai ied vienkārši. Te ir lūtot. Ko nevar lūkot, ja ir lūtot? Kur es rāvu astoto skopu? Dievu! Kur es rāvu astoto skopu? Ākim. AKM. AKM, man var uzlikt astoto. Kā man uzlikt astoto skopu? Tā kā vajag astoto skopu, tad nebūs nekā. Kur ты та пьет? Можно предположить, что мужчина один из тех, кто погиб тогда на поле боя. Но как он оказался на фото в нашем веке? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что такое смерть. Смерть – это мгновенный переход всех к телу. А когда случается... Смотри, скоупс! Его сознание остается на земле, и оно имеет более жесткую материальную такую форму. С мальчиком из машины Мелиссы Курс похожая ситуация. Женщина узнала печальную историю этого ребенка. Он погиб год назад. В смертельной аварии на том же самом шоссе и в том же месте, где было сделано пугающее селфи. Удивительно, но юная жертва автокатастрофы не первый призрак, запечатленный в машине. Еще до цифровой эры в 1959 году американка Мэйбл Ченнери сфотографировала своего мужа за рулем их седана. Супруги возвращались с кладбища, где навещали могилу матери Мэйбл. Позже женщина проявила пленку и заметила на заднем сиденье какую-то фигуру. Пригляделась и с ужасом узнала в невидимом пассажире свою умершую мать. В принципе, интересно, конечно, под комментарии, что это не видно. Ir kaut kāds automāts, kuram var ieltas to skolu. Es, kā es, varu. Контент! Возможно, мы сами сделали так, что потусторонние сущности не могут ускользнуть. Контент! Камеры видеонаблюдения стоят на красном пульте. В каждом офисе. Роскоузная камера наблюдения зафиксировала страшную дыхота в дальнейшем городе Кладбург. Женщина за рулем мотоцикла на высокой скорости улетела в столб. То, что она погибла, становится очевидным после того, как спустя всего несколько мгновений ее полупрозрачная фигура встает рядом с телом. Этот объект не виден человеческому глазу. Военные, прибывшие на место, ничего не заметили. Один из них даже пересек рукой потустороннюю сущность. Но камеру не обманешь. Это признает даже наш эксперт-скептик. Ну, либо это действительно как
Да. Но если все фото и видео свидетельства о существовании иной реальности подлинные, да, возникает вопрос. Кастас бепа контейтен. Шита смоз. Ну что их делать с шотгом? Существуют параллельно. Живые и мертвые всегда вместе. Просто не видят друг друга. На подмосковных дорогах часто видят призрак погибших. Эй, фак, из рыба я раз что-то скопи еще. Винимбус лапс луц. Фак, манца стотой скопс. Фак, астотой скопс, нее. Кастс био! Куэс рейцей! Фиксирует странных живых существ, которых человечество никогда не встречало раньше. Джунгли, реки и даже стены многоэтажных домов. Вот места обитания загадочных созданий, о существовании которых мы и не подозревали, пока не окружили себя видеокамерами. Причем необычные явления фиксируются не только в наше время. Это черно-белое фото из 1941 года. В толпе обывателей легко заметить мужчину, не похожего на других. Стрижка, свитер модного покроя, майка с эмблемой, портативная фотокамера и солнечные очки. Модели 21 века. Снимок тщательный Но не будем спешить. Подобное положение уже высказывалось. Дина Укари из Катас. Фак. Дина Укари. Фак. Дина Укари. Продолжают совершенствовать технику. Но никак.
легендарный Хамбо-Лама предпочел замереть навсегда. Речь могла бы идти о технологии бессмертия, технологии физического бессмертия. А также культ красной нити, богохульство или забытое средство от всех болезней. Вообще-то на Руси испокон веков носили шерстяные нитки. Впереди тройка лидеров из списка явлений, которых не может быть. Убедитесь, что они все-таки есть. Пользуйтесь 20% скидкой на приобретение любого матраса.
Пацан Лаукста. Тара. Идет. Лось, посмотри, мы с ним справились. Пять минут на изи. Май гад. Камал на аккаунт. Рано утром, как раз, когда большинство горожан направляются на работу, ведут детей в школу и в детский сад, многотонная машина ехала по центральному проспекту. Неожиданно у нее задействовала. Водитель не мог не остановить автобус. Ну, не шо это к нам. Смплик с чёрт. Аукс, салгуял добуй. Копка. Четыре человека заработали легкое сотрясение мозга. Но непоправимым жертвам это транспортное безумие не привело. Потенциальный железный газ не пересекся ни с одним трамваем. Что вардабут? На площади возле одного из городских храмов шайтан машин смотри, вдруг повел в сторону. Я могу пить. Спасал слабак и слуцу. Узикс. Николаю Чудотворц. Ступеньки, которые ведут к нему, стали мне плапс лут. Косту бусут ее снова. Гей. Заигрывать не рекомендуется. Советская городская легенда о окаменевшей комсомолке. Он пить. Не, аугу не, аугу не. Аугу и смайниш. Сидет, ес? Там он шарган, не, вы. Контрол-центр, то есть скоп. Аукс?
Who the fight to me? I'm bitch. Are you ready for that fight? Bitch. I'm ready for your... Kas ir groza. Groza. Šis ir pat labākais lūts no visiem gameplayiem. Ej, tu nost! Kas šis ir? Magazīns? Meikits? Kas? Ir šis? Kad man ir nula kirs? Кроссборд. Николай рассказывает. Сижу, говорю, ничего не пойму. Не, Карс. Николай, спаси. Николай, спаси. Был бы он, например, не Николай, а был бы Владимир. Он бы, может быть, и не прореагировал. Но он же Николай решил выйти посмотреть. Годит Валентина-то в этой проруби и тонет. Ну, он, конечно, ее вытащит. Но небесные покровители не только вытаскивают нас из безвыходных ситуаций. Однажды в 1956-м в советском Куйбышеве, нынешней Самаре, произошло событие, которое вошло в историю как «Стояние Зои». Городская легенда гласит, Зоя, молодая работница одной из городских фабрик, не дождалась в гостях кавалера по имени Коля. И, шутя, стала танцевать с иконой Николая Чудотворца, после чего застыла прямо посреди комнаты. Новость об этом, как пожар, разнеслась по всему Куйбышеву. Тамара Васильевна в те годы жила в Чудотворце. Она вспоминает, как удивилась, когда увидела огромную толпу возле ничем не примечательного одноэтажного строения. Собралось очень много народу в это время на улице, когда я шла вот в это время. И я просила, как вот мне туда попасть, чтобы удостовериться. Хотя бы потому меня это интересовало, что я в это время читала лекции, как лектор общества знания. И меня, конечно, обязательно бы спросили. И поэтому я просила дежурного милиционера, который все разгонял, а в это время конная милиция даже была. И он мне сказал, я бы вас пропустила, и я бы сказал, почему для меня так важно. То, говорит, не могу, потому что меня разорвут на части, из-за чего я вас пропустила, а других не пускают. Нет, говорит, я вас пропустить не могу. О том, что было дальше, куйбышевские СМИ рассказывали по-разному. Одни говорили, Зоя не двигалась 4 дня, а потом ей явился Николай Чудотворец, который и снова заплатил. Другие утверждали, будто окаменевшую девушку оторвали от пола, отправили в психиатрическую клинику, и больше о ней никто никогда не слышал. Что касается причин, мнения также разделились. Старшее поколение подхватило версию о наказании за богохульство. Те, кто помоложе, говорили, что это внезапный приступ болезни, похожий на столбняк. Что я не компенсирую. Потом об этом писали, что подозрение есть или шизофрения, или бустеры. Бустеры. Три спрятанные какие бустеры. Венс. Энергис. Да. 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 Знаете, скатурка отсыщ? Массовый психоз или реальное чудо, которое должно было напомнить даже в стране, где церковь... Козвар турка отсыщ. Не стоит ты из дому. Что такое кара небесная? Как из грибу гранат. Мам, нау гранат! Веллабак! Впрочем, иногда святые покорители просто предупреждают нас о врагах на пороге и о катастрофах. Судома снак. Декабря 2000.
кровь ядуария разжижается и закипает трижды в год на протяжении 627 лет. Именно это и является чудом, а его отсутствие считается, предупреждает католиков, быть беде. Могу вспомнить эпизод, когда в начале Второй мировой войны кровь не вскипела. Многие сделали вывод, что именно этот факт привел к разрастанию конфликта. Другая важная дата, которую вспоминают неаполитанцы, это 1980 год, когда кровь не вскипела, и Неаполь охватила страшная эпидемия холеры. Жители Неаполя при этом уже... Я! ...не предсказатель. Он предупреждает не о конкретных событиях, Мадафука! Которые неизбежно случится, если мы не изменим что-то в себе и вокруг себя. Это мост. Чикен! Jesus! Oh my god! Saprotiet, zvinēju, zvinēju! Kukādā veidā? Chicken! Winner! О май гад. Означает ли это, что нам тоже стоит бояться дурного предзнаменования? Fuck this! Могут ее защитить. Тем более, у нас многоконфессиональная страна, за благополучие которой люди молятся в храмах разных религий. Россия. She's games, it puzzles. Отрой слабак из... Узвалованс чикен с нажим. По словам ученого, умерший в 1927 году человек находится в состоянии неизвестной науки. Однако некоторые эксперты объясняют чудо Камбаламы особыми условиями хранения. Всю жизнь она была у военных. Куры. Ну, себе. Кобра. Сузыграешь пятый раунд, не тот лаб. Путка! Чикен пипад скажет так. Tev ir 6, man liekas. Tev ir 6, nu? Nu. Tev ir 6, Kas šķirās pa mājā? Uemk. Lidkā. Tu biji vēl lidkā. Man pirmā kīver. Es paņem žvētīt smolcim. Kompensators reddits smogs. Kur? Nu kur?